Всем привет! У нас сегодня игра Гренни, версия 1.3, но это, скорее всего, для бага не важно. Может и важно. Ой. За мной, похоже, бегут. Сейчас будем делать баг интересный. Если он получится, конечно. Подписчик написал, что если мы возьмем доску, присядем около вот этого сундука, в который мы залезли, и потом в сидячем положении залезем в ящик, то доска будет в воздухе стоять. Видите, бабка не дошла, видимо, бутылка не проникла. Сейчас уйдет, придется заново все делать. Ой. Как так? А, вон она где. Откатилась. Так, надо все быстро делать. Так, все, смотрим. Она сейчас палкой их заденет, они отлетят. Сейчас будет пугаться их. Так, бабка, сваливай. Да. Бак вот такой. Садимся рядом с сундуком и залезаем в него в сидячем состоянии. Доска у нас должна будет в воздухе зависнуть. Так. Ой. Бабка это не услышала, видимо. Так, все, пробуем. Смотрите, садимся. Подходим к ящику. И залезаем. О! Палка, смотрите, стоит в воздухе. Похоже. Да, тут палки нет. Это наша. Давайте так. Снова стоит. А, yes. Баг реально сработал. Ну-ка, вот так. О. Прикол. Интересный баг. А если вообще с этой стороны стоять? Вот так. Да, похоже, вот. Действительно, баг работает. Подписчик молодец. Да, вот доска. Ну-ка, если стоя. Но вниз направить. Нет, ничего подобного. Сидя и вот так. О, прям в сундук заходит доска. Вот это да. Вот такой баг интересный. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси, всем пока. Ой. Сквозь доску улетел.